Циркумфлекс пережата, с вами Старпёры, продолжаю проходить God of War. Похоже, тут что-то перевозили. И похоже, тут что-то перевозили, да. Ну что ж, я близок к цели. Вроде бы, как-то мне надо подняться на самый верх. Так, ну-ка, пацан. Ага, хрен там, а не пацан. Сначала цепь надо сбросить. Ой, так-то лучше. Давайте посмотрим, что здесь. Что-то можно покрутить. Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Блин, а теперь вопрос. Вопрос, значит. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Вопрос. Кратос разбивал огромную скалу кулачищами. Что мешает сейчас поступить точно так же? Ой. Ой. Ты подожди. Да я вижу. Я вижу. Вот говно. Да отстаньте. Чё за трэш? Так, надо высекать сначала этих вот. Разорву нахер. Он взорвался. Ух ты! Надо качать, короче, метание топора, я понял. Будет гораздо проще. Так, вернемся к нашему камню. Почему Кратос не может этот камень своими кулачищами разбить просто в щи? И все. Эта штука не поедет. Так, еще одна тайная комната, в которую я, конечно же, не могу попасть. Впрочем, ничего нового. Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Подожди, подожди. Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Капитан Кратос. Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Ага, надо успеть. Конечно. Ты как? В порядке. Могло быть хуже. Ты
туда могу? Готов. Да, вижу я, тихо ты. Ну как? Ты молодец. Ты молодец, ничего не сделал, молодец. Ой. Да где? А. Блин, очень много каких-то шорткатов непонятных. Ой, ты кто? Какая-то прикольная ящерка была. Не атакует. И я вроде не могу ее задамажить, или мне кажется. Ладно, пускай пока тусуется. Можешь сдвинуть? Она тяжелая. Двигайте. Нет, не вышло. Вагонетка все еще. Я вижу. Ой. Вперед! Какие-то тараканы. Фу. Вот так. Да остановись ты. Все, отпускай. Так, что у нас? Может, через те большие врата? Может, ты закроешь рот? Кто-то рычит. Блин, как их до хрена здесь. Так, тихо, тихо, давайте-ка сбросим цепь на будущее. Вдруг я свалюсь. Блин, а ты можешь не сразу спускаться, пожалуйста? Было бы славно. Ну, кто из вас живой? Только не вздумай брать ненужный хлам. Не вздумай, я сказал. О! Броня для бедер восстановления. Круто. Такс. Ну, мне, видимо, вниз нужно спуститься, я так понимаю. Хотя это очень странно, учитывая, что внизу я как раз таки был вот здесь, когда толкал телегу эту. Ну, наверное, все-таки не нужно мне вниз. Ой, теперь она другая. Ага, она мне дала... Ни хрена себе она дала, подождите-ка. Прочная сталь. Гравированная эмблема хитрости. И куча серебра. Ни хрена себе лут.
Как бы такого лута обычно от всяких элитных супер-мега-врагов ожидаешь, а не вот... от какой-то бесполезной ящерицы. Вверх дном. Такс, так и чё? И чё? И куда? Наверное, сюда, да? Смотри, еще фонарь! Сломан, брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное, я точно знаю. Какой ты молодец. Ага, а вот это шорткат самое начало. Пожалуйста, не надо сразу спускаться. А, я телегу прикачу. Серьезно, она даже не это. Не надо ничего замораживать, просто ворота зафиксировались наверху. Быть такого не может. Умрите, чертовы вазы, умрите. Тихо. Мне налево, что ли? Ты почти достал. Ты достал. И не почти. Давай. Пикирующие соколы. Рунный призыв. Вызов стаи соколов. Пикирующие. Это, наверное, для... для пацанчика. Так, а как там его использовать? Удерживать, ага, удерживать квадрат. Так, и еще шорткат. Не-не-не-не, блин, да реально задолбал. Я сам решу, когда мне спускаться. Пожалуйста, не дурите мне голову. Тяжело будет. Не знаю, зачем я захавал это. Ну чё, разбиваем камень? Да ладно. Ну, можно и поднять, чё нет. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Ну, наверняка, да. А, я сюда не могу чисто не спускаться. Ну что, пора на меня нападать, я уже считаю. Время, так сказать, пришло. Где вы? Ага. А, еще один тролл. Ярн Фатур. Тихо-то. Дай прицелиться, ё-моё. Отец, берегись! Да дай прицелиться. Ой, задолбал. Почему у него
голубая полоска жизни интересна. Потому что он сам голубой. Ладно, пофиг. Где там? Ни хрена вас тут вышло. Ну-ка, взорви всех. Хорошо, что мальчик бессмертный. А то бы он давно умер. Назад к колесу. Так, собираем. Река ножей, сильная руническая атака, сокрушительный бросок веры ледяных осколков, наносящих урон от холода и подбрасывающих врагов в воздух. Сокрушительно. У меня сейчас коготь Яцы. Давайте реку ножей поставим. Хочу. Так. Рубленое серебро. Замерз. Кайф. Улучшу топор. Прочная сталь. Ну и захилочка. Так. Ну, вроде как. Вроде как все. Пойдемте крутить колесо. Ни хрена на пули вверх улетает. Неплохо, неплохо. Вот и крюк. Подходит. Отлично. Ну, я хз, держись крепче. Поехали. Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Не такой стремительный подъем, как я рассчитывал, конечно, но лучше, чем пешком идти. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Живи сегодняшним днем, выйди из зоны комфорта. Будь тем, кого трудно найти, легко потерять, невозможно забыть. Не самая вершина, но близко. И еще 1300 пацанских цитат из паблика ВКонтакте. Стой, вот от Кратоса. Тут записка. Молитва великана. Не трогай. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Запускаем фонарики. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Так, нет, сначала назад. Кто ж осмотрится, как не назад. Я? Видите, уже не зря вернулся. Уже стоило того. И даже если здесь ничего не будет, и здесь ничего не будет. Ой. Там Атрея в запеканку захотели превратить. Так, вот эти красивые ящики. Они с чем? Без никто? Ну ладно. Жаль. Ярко и жарко. Пристаны. Понял. Осторожней. Да уж как-нибудь. Твоими молитвами. Наверное, гномы прорубили туннели в обход телеканих ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно.
Здравствуйте, товарищ. Да ладно! Лучше помолчи. Ой! Там увидимся. Ну, давайте потихонечку. О, тихо-тихо. Ай-яй-яй. Да. У меня через камни, что ли, нажаривают или что? Нет, по мне. Ах ты, скотина. Вот тебя, конечно, только не хватало, блин. Меня здесь и так зажарить пытаются до хрустящей корочки. А еще ты. Да, я живой. Но такими темпами это ненадолго, блин. О, я вижу захил большой. Ребята. Ребята. Еще один подъемник. Глядишь до вершины, доберемся быстро. Возможно, только вот есть проблемка. Не знаю, обратил ты внимание или нет, Атрей. Время пропекаться. А, не, нормально, гля. Даже сундук вернули, ё-моё. Прям подгон за подгоном. Дайте еще прочные стали. Ну, как хотите. Ладное плечо концентрации. Видимо, подняться можно только этим путем. Видимо, да. Штаны я уже нашел. А плечи нашел. И, вероятно, когда-нибудь... будет броня. Вообще мне говорил Женя, что йотунхеймская броня типа клёвая, и в Йотунхейм хотя бы за ней надо сгонять. Ну ладно. Вот, и типа она реально упешная. Как только выдастся такая возможность, я, конечно же, незамедлительно попробую. Я что-то вижу. Блин, у тебя глаз алмаз, я вот ни хрена наверху не вижу. А нет, стойте, вижу. Нет, не вижу. Ладно, давайте крутим, покрутим. Или столкнем этот камень, или что, я хз. До свидания. Помогло. Ну что, будет? Или нет, все равно тяжелый. Я думал, сейчас начнется стандартная забава с лифтами, когда ты едешь наверх, и на тебя откуда-то бесконтрольно падают враги, пытаются тебя разогнуть. Но нет, в этот раз все не так. Ну что, вот это? Ну это похоже на маленькую арену. Когда доберемся до вершины, далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Блин, да не может быть, чтобы не падали враги сюда. Ой. Атрей. Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Чё-то ты дохрена умный, как я посмотрю. А вот, ну конечно. Не удержались разрабы, чтобы не сделать это банальное действие, которое, не знаю, со времен, блин, игр на Денди, наверное, постоянно используется. Ой. Приехали. Приехали.
Промазал. Нет-нет, так и надо было. Продолжай. Радостнее. Я понял, надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Ну, пешком пойдем, значит. Где тут выбираться? Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? Конечно, ну лучше бы я вытащил лет 10 назад. Или сколько тебе там? Сколько еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Приготовься! Тест Крата Сизи. Знаю. Так. Серебришка. Символ неотступности. Они вернутся в любой момент. Сталь. Ну, вроде как все. Куда ты? Нет, нет, нет. Никто никуда не падает. Это там норм зачилил, да? Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Ну и что здесь? Ясно, понятно. Отличные корни, чтобы полазить. Мы почти на вершине. Нас теперь не ждут. Спокойно, мальчик. Держись за мной. Это что, дракон? Хрислир. Почти готов. Нет, это не дракон, это какая-то гадость. Что ты делаешь? Готовься! По мордасам. Thank you.
такие штуки молнии разбиваются, походу. Значит, у меня будет молния. Наверное, я так думаю. Вот это битва. Стой. Ого, что это? Я не знаю. Ладно, ладно, ладно. Погнали дальше. Я думаю, сейчас мы еще будем с этой дресней драться неоднократно. Похоже на корень Игдрасиля. Кристаллы. Преграды из сока мирового древа можно разрушить с помощью кристаллов и энергии молний. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Ага. Я понял. Это круто. Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Вопросы потом, мальчик. Я прям знал, что он это скажет. Слишком много вопросов подряд было от Атрея. Я готовился к «Закрой рот». О, здесь Синдрин. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Я иду, Синдрин. Стой, сын. Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Эй, урод! Я здесь! Жди моей команды! Господи. Твердовата шкурка. Я ему пытаюсь язык почистить, что ли? Это весь урон, который я нанес? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Чую, буду закидывать его вот этой говной до конца жизни. Наверное, надо в рот ему попасть. Ну вставай же. Я надеюсь. Блин, они не бесконечны. А нет, стойте. Да отстань. Ну чё, я жду. Я готов. Ой, что это было? А, его долго нельзя держать? Да
что с тобой делать-то? Уклоняйтесь, нажимайте, это понятно, так а... Блин, я взорвался с этой дрисней в руках. Отец, просит один из кристаллов. Да я понимаю. Понятно. Ой, что это было? Короче, целиться, ладно, я понял. Да я понял, отстаньте со своими советами. Он меня проглотит или нет? Делаем ставки. Буду ли я его убивать изнутри? Мальчик, ты цел? Да! Я знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Придумай что-нибудь, это же кран, а не Rocket Science. Сначала. Фу. Он хотел меня съесть, вы видели? Когда ты там уже родишь? Быстрее.
где я? Я жду, братан. Блин. Ой, а что? Что? Тихо, тихо, тихо. Где-то хилочки еще были. Хорош, мужик. Да, блин. Давай! Видишь, разобрался. Давай. Ну ни хрена, сколько пафоса. А, это было хорошо. Это было хорошо. Ого! Мы его победили! А ты? Эй! Но, драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Ого! Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любит? Нет. А еще что, мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Сейчас будет, подожди. Драконоборец. Приз получен. Смотри, где хвал... Не важно. Что за мерзость? А что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Ну, я уже понял, что будет. Сейчас будем... Двух раз хватит. Сейчас будем пробивать стенки. Эй, полегче там!
Шоковые стрелы. Вы получили шоковые стрелы. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы разрушать преграды сока мирового древа. Зачем две одинаковых? Ого! Вот так. А вы не верили. Два одинаковых туториала, интересно. Как бы это? Я добавил волокнам сетевую способность вибрировать. О, я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Так, тип стрел нужно менять. За работу. Давайте пока что мы сделаем вот как. Левиафан. Улучшаем силу. Если увидимся, пусть держит грабли подальше от моего топора. Угу. Погодь. Так. Новые способности для когтя доступны. Короче, давайте сначала это я выучу. Увеличение максимального количества целей до 5. А здесь, сражаясь голыми руками, прицелитесь и нажмите R1, чтобы мгновенно вернуть топор и начать мощную вихревую атаку. Давайте. Ну, блин, короче, это по-любому надо учить, потому что это открывает доступ к новым навыкам. У меня тут нет вариантов других. Теперь давайте посмотрим, что с луком. Существенное увеличение урона от стрел и в ближнем бою, существенное повышение скорострельности. Я возьму и то, и то. И у меня осталось 1700, а теперь вот посмотрим. Шоковые стрелы наносят еще больше урона от шока. Увеличение длительности шока. О, так это по 500. А, даже по 250. Увеличение радиуса взрыва стрел света. Увеличение урона от оглушения. Ага, ага. Ну давайте базовые я выкуплю. Ну и на этом пока что все. Для щита ничего, да? Ну в смысле, ну что-то можно, но у меня не хватает уже опыта. Ладно. Так, что-то там, а что у меня в броне? Мне, наверное, предлагают броню типа надеть, которая новая, да? Конечно. Где ты этому научился? Ну, когда наши с Броком пути разошлись, я учился в Ванахейме. Было очень познавательно. Я такой, я всегда ищу новые источники вдохновения. В том числе и поэтому мы с Броком расстались. Он не развивался, мы топтались на месте. Да, достигли мастерства в оружейном деле, но что дальше? Перемены — часть жизни. Не умеешь приспосабливаться? Останешься прозябать на обочине. В пыли и грязище. Ладно, в другой раз. Что в другой раз? Но в целом Синдри прав. О, пока вы не ушли. Будь особо осторожны рядом с вершиной. Один там что-то охраняет, а ссориться с асами вы уж точно не захотите. Кто? Мы? Вообще насрать на твоих асов. Но на этом я на сегодня закончу. Вершина уже близко. 250 метров вроде как. Вот, и уже в следующем выпуске мы посмотрим, что там. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, прожато, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчики и все остальное. С вами был Старпер, всем счастливо.